26 октября сего года на территории Вологодского муниципального района был зарегистрирован случай заболевания бешенством у собаки. Значит, диагноз был установлен областной ветеринарной лабораторией, подтвержден, результаты лабораторных исследований у нас на руках. Люди не пострадали, в контакте была хозяйка, значит, за семьей животного установлено медицинское наблюдение. Вот, проводится профилактическая вакцинация. Последний случай бешенства у нас в Вологодской области был зафиксирован в 1960 году. Это было на территории Междуреченского муниципального района. Там волк покусал лошадь. Ситуация по бешенству в Российской Федерации остается напряженной. И соседние области, и Тверская область, и Ярославская, значит, и Кировская область, они стационарно неблагополучны по бешенству. То есть там в месяц выделяют до 20 случаев бешенства диких животных. Все, что рекомендовано ветеринарной службой в профилактических мероприятиях, а именно вакцинация собак и кошек против бешенства, нужно необходимо обязательно выполнять. Игнорирование этого приводит к таким вот плачевным последствиям.